Доброе утро, друзья! 23 октября 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют Международный день снежного барса, День работников рекламы в России, День осведомленности о синдроме Кабуки, День памяти венгерского восстания 1956 года. Евлампий зима-указатель в народном календаре. В это время крестьяне занимались домашними делами. Знаменательное событие. 1814 год. В Лондоне хирург Джозеф Карпью провел первую в Европе пластическую операцию по восстановлению формы носа. В 1953 Андрей Сахаров был избран действительным членом Академии наук СССР. В 2000 году китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, который был создан 2000 лет назад, в эпоху династии Хань. 2002 в Москве произошел теракт на Дубровке. Родились в этот день. 1904 год. Святослав Рерих. Российский философ, художник, культуролог. В 1908 родился Илья Франк. Советский физик, академик, Нобелевский лауреат. В 1920 году Джанни Родари. Итальянский детский писатель, автор приключений Чиполлино. 1940 родился Пеле. Бразильский футболист, трехкратный чемпион мира. 1976. Райан Рейнольдс, канадский актер кино и телевидения. 1986 год. Родилась Эмилия Кларк, британская актриса театра, кино и телевидения. Этот день по лунному календарю. Сегодня 25-е лунные сутки, день пассивности, и провести его желательно в покое и одиночестве. Не надо начинать ничего нового, но в то же время следует завершить начатые дела. Делайте все неторопливо, никуда не спеша, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. Берегите себя от случайных контактов и неожиданностей. Вот такой он 23 октября 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!